ну, основано на базе искусственного интеллекта по продвижению сайтов в сети интернет, как бы, которая продвигает сайты в сети интернет и привлекает новых пользователей на сайт. Вот, значит, идея проекта. Идея проекта как бы является, ну, прирост ТЦПР у сайтов, это то, что влияет на его продвижение в сети интернет. Потом продвижение сайта по ключевым словам, наполнение его контентом. То есть программа, она основана искусственным интеллектом, который создает дополнительную страницу на сайте. Ну, это как бы подробно я могу потом рассказать. Вот, наполняет сайт контентом, то влияет как бы на выброс поисковой системы и поднимает его в позициях в поисковых системах. Вот. Также благодаря этой программе сайт рекламируется в сети интернет. И его продвижение в топ-10 по ключевым словам. Дальше. Вот. Значит, теперешнее состояние. То есть как бы сама есть программа SEO, которая продвигает. Вот. Программа клиент, которая устанавливается на компьютер пользователя, через которую как бы пользователь управляет сайтами, которые продвигают в сети интернет. Вот. Сайт программы, через который как бы продается сама данная программа SEO. Вот. И искусственный интеллект, который входит в состав данной программы. И также здесь у нас разработана партнерская программа, то есть с помощью которой как бы веб-мастера могут дополнительно на, ну, продвижить, то есть они продвигают данный продукт и от этого как бы имеют процент от продаж. Ну, то есть это тоже есть интерес. Да, проблемы рынка. Значит, проблемы рынка таковы, что высокая потребность в этом продукте, так как люди создают очень множество сайтов, вот, и, соответственно, нужно как бы раскручивать, продвигать сети интернет. Вот, иначе как бы, ну, смысл создавать вообще как бы сайт. Вот, это как бы сейчас очень дорого. По статистике, как бы там в среднем тратится на продвижение сайта, это где-то в среднем $3,500. Вот. Нужен как бы постоянный поиск новых сервисов для того, чтобы как бы сайт дальше продвигать, раскручивать, постоянное вливание средств. Вот, потому что, ну, на сайт, допустим, человек вкладывает определенную сумму денег, это рассчитано на определенный период. Вот, эта же программа рассчитана на год. То есть покупается ключ, ну, тут ниже приведены там цены, то есть $200 в год, это до 5 сайтов программа. 40 секунд. Понял, раскручивать. Ну, дальше пойти не так или дальше вниз. Так, ну вот это принцип работы сайтов, вкратце как бы видно, оплата идет через WebMoney, через Арбакасу, через Kiwi. Человек покупает ключ и пользуется программой. Так, это как бы официальное, ну, описание рынка. То есть мы сейчас данной программой будем охватывать именно русскоязычный сегмент рынка. То есть Россия, Украина, остальные страны СНГ и остальные доменные зоны, которые входят, ну, русскоязычные, то есть ком, нет, но те, которые именно русскоязычные, то есть мы англоязычные берем. А потом в перспективе планируется уже захват зарубежных стран. Так, по конкурентам, как таковых конкурентов мы не видим, потому что, ну, вот это основные как бы системы, которые занимаются продвижением сайтов. Ну, у них как бы очень, ну, все ограничено и по срокам, как бы, и по методам время продвижения. Стекло. Понял. Я перехожу. Деньги покажите визуально. Да. И... Значит, требуемые как бы инвестиции, это вот в разработку программы, аренда серверного оборудования 36 месяцев, разработка самой программы и реклама. То есть требуется вложить $370 000, это в саму разработку программы. И $30 000 это будет, ну, аренда серверного оборудования и реклама. Спасибо, вопросы. Что? В написании искусственного интеллекта. Ну, написанием искусственного интеллекта занимается команда программистов, которая как бы уже, ну, опыт ведущего программиста более 15 лет. Вы понимаете, что вы пытаетесь влиять на поисковую машину? Вы фактически будете соперничать с инженерами Гугла, да. Пытаться вас вычислить. А почему вы не можете кратко объяснить принцип работы продукта? Ну, вот вы сейчас там показали SEO-пульт и все прочие вещи. Они это совершенно сборная такая солянка, и непонятно, с чем вы себя пытаетесь сравнивать или не сравнивать. Мы сравниваемся, ничем не пытаемся. Какой смотрите принцип? Принцип у вас того, я понял вас. То есть программа как бы создает, ну, вот у вас есть сайт. На сайт человек загружает, ну, точнее, веб-мастер загружает скрипт на сайт, на сервер. Вот скрипт создает дополнительный, то есть человек в программе задает ключевые слова, по которым ему нужно продвигать данный сайт. Вот программа по ключевым словам создает статьи, которые размещает по каталогам статей. Нарушение продвижения Гугла. Почему? Забанят. Просто забанят все. Больше не восстановится. Нет, ну у нас как бы в рисках, там как бы указано, что если меняются какие-то тенденции, допустим, да, это минимальный риск, они как бы меняются в течение месяца-полутора, как бы эти все ошибки исправляются. А ваша программа умеет создавать статьи? Нет,
Читаем. Ну то это будет робот, что творят. Ну как, они понятно, что они не будут такие, как будто бы там человек умный. Ну да. Они же читаемые. Она знает, что материалы в интернете. Боже, сенс. Да, она будет как бы выхватывать статьи. Вот он расскажет. Из 150. Вот, она их анализирует, как бы меняет последовательные слова. Вот, так же, если это идет выставление в каталоге статей, вот, то человек, как бы пользователь, сам пишет статью, вот, а программа ее уже дублирует и выставляет дальше автоматически. То есть программа ищет каталоги статей, форумы, блоги, туда как бы выставляет автоматически. Спасибо, время же на ваш поблагодарить.